Ну и вот, нашло то чудо. Купила новый крем. Вот. Ничего не поделаешь, жизнь такова. У меня старые пенсионерские шлемы. Вот. Печально, конечно, шлем. Ну, устарел, советских времен еще. Вот что-то нормального. Вот, собрал немножко копеек. В лице Беларусь сейчас напряженная обстановка. Всякие митинги и тому подобное. Даже на улицу временами боюсь выходить. Вот. Ну, а так. Просто хочется нового. Ни разу не покупал шлем, честно. Не задавался целью. Не люблю закрытые шлемы. Ну да, хороший бренд, хорошая экипировка стоит хорошо. Не то время, чтобы тратиться на экипировку. Вот. Просто купил, как говорится, некоторые говорят, горшок. Но я так не считаю. Каждый шлем выбирает под себя. Я выбираю шлем для того, чтобы ездить. Вот. Не люблю крытые шлема. Как бы так. Что еще сказать? Просто мне хотел давно купить шлем. Такой, который я хочу. Ничего там завидного нету. Защиты практически никакой. Вот. Сейчас сами увидите. Можете критикуйте, хотите, нет. Я считаю, как я хочу. Такой купил, как я хочу. Ну, а вам решать, комментировать или нет. Летом жарко, конечно. Не люблю черные шлема. Вот в черном шлеме ездил. Голова кипит, когда сотни две за плечами. Конкретно. Вот. Ну и вот, купил такой шлем китайский. Да, вот распаковываю. Вот такая красота. Не черный, но и не белый. Вот такой вот красивый шлем. Вот. Каска называемая. Еще в проекте думал очки купить. Потому что, ну вот размерчик моей головы. Я думаю, это нормальный размер. Как бы так. Ну, простой шлем, вот, китайка, есть китайка. Шнурочек такой длинный. Зачем такой длинный, я даже не представляю. Вот, а щелочки такие, ну, простенькие хомутики. Как бы так он выглядит внутри, удобно на голове. Как-то вот такие защелки. Не защелки, вернее, клямки. Сами себя прижимают. Ну и наши белорусские получается. Ну, баксов 60 это. 55-60 долларов. Я конкретно не считал, тут некогда. Наши белорусские лям 100 я отдал. А доллары где-то 60 долларов. 60-70. Как бы так. Ну да, друзья, сейчас будете критиковать, что ой, дорого все это, да. Бренд, конечно, дорого это все. Ну, у меня денег нет. На более качественные шлема. Вот. Ждет сезон. Уже кто-то катается, кто-то уже печально разбился. Кто-то в аварию уже успел попасть в Минске у нас. Еще где-то такой месяц назад уже начинали открывать спецы. Свой сезон. И как ни печально, два человека. Логойский разбилась. Ну, кто знает, минчанин, там, белорус, в районе МКАДа Малиновки. Вот они, один обнял машину, вот, насмерть. Второй, как вам сказать, обнял отбойник. Тоже насмерть, как ни печально. Наслышан, вот. Я не спешу открывать. Мне вот сейчас 29 число, 29 марта, уже начинают ездить, кататься, я еще не спешу. Еще нужно отрулировать клапана, посмотреть трансмиссию, хоть и новую, где-то с маточки подложить. Вот. Немножко хочу трансмиссию попробовать, поиграться. Обкатал где-то 780 километров. Кто смотрит мои ранешние видео, собирал своего пенсионера.
Storm FL GT50. Мотор капиталик, он линовал менял, ну, он полная капиталка, грубо говоря. Запустил дым, как бы некогда было. Вот. Как-то так. Ну, всем удачки весны, хороших начинаний мотосезона. Вот. И, как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Водителям. Все, пока, если что, обращайтесь, может, расскажу, видео сниму. Вот такая вот у меня шляпа в этом году будет, и, наверное, надолго. Вот. Пускай критикуют. Да, котелок, не спорю, мне нравится. Я люблю очищаться от всех. Не люблю, жена одинаковая, все. Люблю, чтобы отличался от кого-то. Все, пока.